Касательно танков с подкалиберами, имеются в виду с отделяющимся поддоном. Есть такой танчик на 5,7, как Комет 1. Видимо, есть Комет 2, ну да ладно. Сам по себе неплохой, подвижный, вперед рвется и крутится отлично. Лишь задний ход говно и наводка не очень. Подкалиберы типа дамажат, но по ощущениям у шведа получше. Скорее всего, это связано с пробитием. При пролете через броневое больше модулей выбивает. Поэтому нужен скилл как-никак, чтобы выцеливать верно. Кстати, чистит кухню норм. Oh, shit.